Стартовавший вчера автопробег «Дорогами правды» привел ульяновских правдинцев к пензенским коллегам. Несмотря на небольшие технические неполадки и двухчасовую задержку, редакция «Пензенской правды» радушно приняла гостей. За круглым столом коллеги изданий соседних регионов обменялись мнениями и поделились опытом, а также вспомнили о давнем сотрудничестве. Вот у меня в руках вырезка из «Ульяновской правды», датированная 1973 годом, по страницам «Пензенской правды». Это вам на память оригинал. Кстати, газета «Пензенская правда» в этом году также отмечает свой столетний юбилей. Эльвира Зямалова, Сергей Ершов из Пензы специально для «Ульяновской правды».